Селам Дагестана помогут в борьбе с COVID-19. Специально для этого в республике готовят мобильные бригады врачей. Они будут выезжать из Махачкалы в села и оказывать помощь в приеме заболевших. По информации регионального Минздрава, в республике растет число обращений из районов Дагестана по поводу тяжелых пациентов. Ведется учет всех тяжелых больных, при необходимости проводятся консультации с федеральными экспертами. Также даны указания по усилению лабораторной базы в сельской местности. Кроме того, планируется направить дополнительные ресурсы для службы санитарной авиации, которая занимается эвакуацией тяжелых пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.